Как там тут? Да нормально. Да, вчера точка У на нас ушла, упала, нахуй. Да ладно. Сбили ее или нет? Нет, нахуй упала, да. И что, погибшие есть? 6 трехсотых, 1 двухсотых. Раненых? Да, 1 двухсотых. Все наши машины, нахуй. Осталось 2 машины и 2 танка, нахуй. Колесная техника вся ушла, нахуй. Все, лобовые, мобовые, все стекла, все, все что, блядь, колеса, вот баки, маки, нахуй. А снаряды все снаряды, еда, все вообще, просто ничего нету. А, без еды, без снарядов остались? Вообще, да, вообще ничего нету, нахуй, ни воды, ни еды, ничего. Минимум 60% боевой готовности минус, нахуй. И вы остались, сколько у вас там осталось, блядь? 30 человек. Ебать, мы хоть без оружия, без нихуя, считай, ставим. Ну, автоматы, да, все, пиздец. Если бы у нас не было бы окопов, мы все, представь, все бы ушли, нахуй, все. А парня этого как убило? Все кости перемололо, нахуй. Ну да. Он даже себе укол этот уебал, промедол, он не помогал, нахуй. Боли, ну, блядь, понятно, и крови, блядь. А что говорят вообще? Ничего, погруженный. Да? Все, сразу же в отказную, нахуй, первую машину, ебать, и съебался оттуда, нахуй. И ты не тот боец, который это умеет делать. Да тут мы все не те, Рафон. У нас ничего нет, нахуй. Объясните, скажи, что я на мясорубку не собираюсь. Но я вот как не захожу в телеграм, блядь, Николаев разъебывает, хуярят. Нет, не могут сядь, вообще никак не могут. Техники нет, сил нет, Рафон, вообще ничего, нахуй. Чтобы этот город взять, надо 1020 человек, надо. 1020. Чтобы этот город взять, блядь. Блять, столько ракет, столько всякой хуйни, но здесь ничего нет, Рафон, чисто тыл, блядь. Правили сюда, чтобы мы этот город взяли, хуй мы его возьмем. Вы не возьмете это в любом случае. Поговорите с командиром, скажи, все, нахуй, нам тут делать нечего, блядь. Ну да. Мы отвоевали уже, я тебе серьезно, с ребятами да, соберитесь. Рафон, понятно, Рафон, ты что, кто тут служить, нахуй, хочешь, никто, блядь.